У меня вопрос. Да. Все говорят за открытие сердца и так далее, о том, что с помощью наших встреч это может произойти, все такое. Я, может, неправильно говорю. А у меня, как мне понять, открыто у меня сердце или нет? Ну, что-то для тебя такое открытое сердце, и можно открыть на этом собрании, как ты говоришь, да, сердце. Можно ли открыть сердце, или можно ли его закрыть? И что для тебя открытое сердце означает? Что для тебя такое открытое сердце? Как ты это видишь и как ты это понимаешь? Для меня открытое сердце — это, во-первых, определенное состояние души человека. Наверное, такое, да, искреннее, добродушное, но милосердное. А с другой стороны, у меня столько диагнозов. Может, оно у меня закрытое? Или это кино? Диагноз за то, что типа ты болеешь? Ну да. Как мне его открывать, если у меня там на нем два диагноза, скажем так? Так это же совсем не то сердце, это сердце, которое качает просто кровь. А то, что как якобы называют сердце, которое открыть может. Это не сердце, это просто ты, истина твоя, та, что живет в теле, да? Ну, этого даже и нельзя обозвать, что оно живет в теле, потому что у него нет определения, что оно живет в теле. И вот это можно как раз раскрыть. Хорошо, тогда вопрос другой. Когда у меня есть вопрос, и я хочу сама получить на него ответ, я этот вопрос могу опустить в это свое «я»? Это как наблюдателя я опускаю в сердце или как? Или этот вопрос просто я могу опустить в сердце и подождать, когда получу ответ? Ну, что пока вначале, если ты хочешь научиться, как это ответы, чтобы отвечать на эти вопросы, да, то ты можешь просто здесь как медитировать, просто сидеть в тишине просто. Чем больше ты в тишине находишься, тем быстрее ты находишь ответ. А если, ну, какой ответ ты не можешь найти, на какой вопрос? Это может быть даже не вопрос, а какой-то бред. Может, придуманный будет. Наверняка бред. У меня кардиостимулятор. Я думаю, как я буду открывать свое сердце? Духовное, физическое. У меня могут быть какие-то проблемы с сердцем в это время или нет? Или это мое кино? Ничего не может быть с тобой. Ты, с телом вообще ничего не происходит. Тело как было, так и есть. Оно может подлечиться, оно может подзаболеть еще больше. Ну, неизвестно, что будет происходить. Но этого не надо бояться. Потому что все думают, начинают думать за эго, за я. Понимаешь? За то, что умирают, все начинают переживать вот за это именно. А за это, ну, зачем за это переживать? Какой смысл? Да, как мне отключить эту опцию переживания за эго? Значит, не задавай себе вопрос, что тебя беспокоит. Но если тебя беспокоит сердце, то если сердце остановится, что случится? Ты умрешь, да? Может, не от сердца ты умрешь, а ты переживаешь, что ты боишься, что от сердца ты умрешь. Так а если ты умрешь от чего-то другого, а сердце так и билось бы дальше, так при чем здесь сердце? Если вопрос сердце,
А? Я услышала тебя. Повтори еще, пожалуйста. Я говорю, надо ли переживать за сердце? Есть ли вопрос к сердцу, если ты умрешь вообще не от сердца, не от боли сердца, а от чего-то другого совсем? Нет, смысла никакого нет в переживаниях, однозначно. Просто сливаю туда энергию, и все. Не хочу Да, ее сливать, хочу быть в ресурсе. Как ты, вот видишь, ты зациклилась на чем-то, и вот это, как корова, дают сено корове, куда корова стоит, и он... Да-да-да, я жую эту тему мысленно, она у меня, да, мысленная жвачка такая, которая меня достает уже. Может быть, из-за этого я и спать день хочу. Жуешь. Сядь, просто посиди и задай вопрос, ну, жуешь ты, и что? Вышло, блин, что-то с тобой другое случилось. Метеорит прилетел, а ты не наслаждалась, а жевала. Вот это переживание у тебя было. Зачем оно тебе надо было, если надо было этим наслаждаться, пока летел метеорит? А ты не знала, что он летит, правильно? Ты не знала, что будет завтра. Ты не знала, что будет через час, не знаешь. Но ты думаешь о сердце. Не чтобы наслаждаться. Ну сколько ему Мало... суждено? Что Я ты сделаешь? Вообще ничего. Я поняла и услышала тебя. Сердце, может, проживет 120 лет, а ты не проживешь 120 лет. И что? А ты переживала, проживет ли сердце? Да, сердце проживет, а ты? Ты Значит, я тебя успокоишься этим? поняла. Ты себе что-то другое придумаешь. Да, есть у меня такое, да, я выдумщица большая. Да, поэтому ну, не надо выдумывать. Если приходят, ну, люди почему зацикливаются вот на своих мыслях и страдают? Из-за этого они страдают, все люди начинают страдать, потому что они зацикливаются на своей мысли. Как я тебе показал, живут, да? Живут. А как это? А если с этой стороны? А если с этой? И это одну штуку, допустим, зажигалку, они постоянно рассматривают, блин, из зажигалки я взорвусь, точно взорвусь. Как бы ее, блин, что бы с ней сделать, чтобы я не взорвался из-за нее? На солнце не ставить. Наверное, так. Что с ней будет в тени? Ничего. В холодильник ее тогда положить. Там вообще точно с ней ничего не случится. Найти ответ себе, для себя именно. Приходит какой-то вопрос, да, так не жуй его, не переживай, не бойся, найди ответ на него сама лично. И когда ты сама найдешь на один вопрос ответ, ты начнешь находить на каждые вопросы ответы. И тогда тебе раскроется вот та истина, то сердце, которое ты говоришь, что оно закрыто. Это закрыто то, что ты не можешь найти сама ответ на это. Да, и меня это очень злит. Да, так зачем злить? Появился какой-то вопрос, старайся на него сама вот сесть и искать ответ в себе. Не во мне, а в себе. Я попробую. Я это и раньше пробовала, на ретрите получалось, а потом эта опция потерялась. Сейчас снова хочу это восстановить. Да, мы спасибо. С тобой уже говорили, ты уже говорила об этом, что ты попробуешь. Уже неделя прошла, а ты еще не попробовала. Нет, я сейчас медитации пробую. Каждый день, утром и вечером. Да не надо их пробовать, надо просто садишься и медитируешь. Это и есть жизнь медитации. И что так сегодня тебя... делала в парке, на голубей смотрела, на скамеечке сидела. Красотой наслаждалась. Да, я медитация. Это... Медитация — это жизнь без мыслей. Ну, я без мысли смотрела на природу. Наверное. Завтра повторю. Также и на этот вопрос смотри без мыслей, и придет ответ. Потому что когда нету мыслей других, они не мешают дать ответ на один вопрос. А то у тебя куча вопросов, а ни на один ответ не нашла, и эта куча, ты не можешь определиться в этой куче, какой именно вопрос тебя беспокоит.
Ну да, у меня как бегущая строка в голове. Если бы ты разобрала эту кучу, такая, о, как билеты на экзамене, да? Тебе дают же один билет на экзамен. Ты читаешь вопрос, понятно, все, пошла отвечать. Точно так же себе сделай, как на экзамене. Вытянула один вопрос, понятно, пойду отвечать на него, села и ищешь ответ на него. Именно найди. Другие, они заходят и такая, подождите. Мне бы здесь с одним бы справиться, а то у меня двойка будет. Не пройду дальше. И отвечаешь. А с кем ты разговариваешь, когда ты это говоришь? Подождите. Ну, это мысли, когда будут приходить, так ты им говоришь, идите, идите. Идите дальше. Хорошо. Мне здесь и без вас тяжело. А с кем ты там обычно разговариваешь? Ну, я думаю, с я разговариваю, а может быть, иногда сама с собой. Сама с собой чаще всего. Да, чаще всего сама с собой, ты прав. Да, так ты, чтобы не говорить сама с собой, потому что там будет приходить еще что-то поддакивать. А ты это и говоришь, все, до свидания, я сама разберусь. Мне бы здесь одной разобраться, а ты еще приходишь, мне здесь рассказываешь. Хорошо. И садись одна с собой, отвечаешь на вопрос. Точно так же на экзамене, если кто-то подошел, тебе подсказывает, сразу вставай, давай, выходи отсюда с класса. Так же и ты скажи, не надо мне, потому что меня накажут. Все, я хочу одна, не надо мне больше здесь никого. Ты умеешь отдавать ответами. Хорошо, что сегодня без туалета. Благодарю тебя. Спасибо. Пожалуйста. Еще не вечер? Да, еще не вечер.